Продолжаем выпуск. В Казахстане снова подорожает сжиженный газ. Повышение цен запланировано уже этой весной. Информацию сегодня подтвердил глава Минэнерго. По словам Алмаса Адама Саткалиева, в зависимости от региона литр автогаза станет дороже на 5-8 тенге. Причем в министерстве планируют повышать цену каждый год. Тем не менее, отрасль несет убытки, а добыча сжиженного газа нерентабельна. Саткалиев заявляет, что в Казахстане самые низкие цены на голубое топливо. В СНГ 54-86 тенге за литр. Тогда как в России сжиженный газ на заправках можно купить за 165 тенге, а в Таджикистане за 273 тенге. Убытки несет Казахстан и по товарному газу, который в трубах. 175 миллиардов – это образуется убыток у национальной компании вот, ежегодно. Он растет за счет чего? Себестоимость одного кубометра товарного газа примерно 34 тенге, а цена реализации – 23. То есть за каждый куб мы теряем 11 тенге. Чем больше внутреннее потребление, чем больше убытков. Исправлять плачевную ситуацию собираются через реформу ценообразования и развития газовой отрасли в целом. Так, с опозданием почти на 2 года в 2026-м планируется запустить газоперерабатывающий завод на Кашагане. Там же инвесторы из Катара хотят построить еще один мощностью в 2,5 миллиарда кубометров в год. Третий газоперерабатывающий завод на 6 миллиардов кубометров в год пока на стадии обсуждения. Похожие ГПЗ планируется построить и на Карачаганаке. Карачаганаке также будет осуществлено начало строительства завода 4 миллиарда кубических метров сухого газа. И также у компании «Казмунайгаз» есть планы по строительству КАЗ-КПЗ мощностью 750 миллионов метров кубических в год. То есть в совокупности это позволит обеспечить покрытие среднесрочного спроса страны на газ.